Музейные редкости от античности до классицизма. Выставка с таким названием открылась сегодня в музее имени братьев Васнецовых. В экспозиции представлены предметы зарубежного искусства как европейских стран, так и Востока. Чем будут удивлять кировчан, знает наша Евгения Бакина. Она уже посетила выставку. Кратер – это старейший экспонат выставки. Ему больше 200 лет. Сам он сделан из керамики, поэтому весьма тяжелый. Художники на сосуде изобразили привычный для того времени мифический сюжет жизни античных богов. Такой кратер римляне использовали в быту и только по праздникам. В чаше смешивали вина с водой. Но это уже идет от культуры винопития, от способов производства вина и вообще как бы увлечения алкоголем в Древней Греции считалось отрицательной чертой, и поэтому вино, если использовали, то очень таким слабым. А рядом лекиф – это сосуд для оливкового масла. Он также украшен женским образом. Похвастаться римляне могут и кружками. Они не хуже современных. Красиво оформлена рифленая нижняя часть чаши, ручка. На выставке представлены и предметы Востока. К примеру, здесь японские гравюры в стиле укиё-э. Они выполнены на тонкой рисовой бумаге. На картинах гейши, которая медленно прогуливается по старинному городу Эда, и цветущая сакура. Те же мотивы встречаются на фарфоровой посуде. Фаянсовые вазы с пейзажными мотивами. А в другом зале представлены предметы эпохи Возрождения. Например, здесь художник показал необычный сюжет для того времени – нападение разбойников на фургон. А здесь картины мастеров из Италии. Их рисунки выполнены в технике резцовая гравюра на металле. Если присмотреться, она напоминает денежную валюту. Основа для печати денег, она же тоже состоится в технике гравюры, по крайней мере, так было в прежние столетия. На выставке «Музейная редкость». От античности до классицизма представлено более 100 экспонатов, и все они принадлежат разным культурам и эпохам. Полюбоваться можно будет уже сегодня в Вятском художественном музее имени братьев Васнецовых. Продлится выставка до конца мая. Евгения Бакина, Алексей Зырянов, Бюро новостей Давича.